В четвертый раз фестиваль семейной рыбалки «Удачный улов» собрал жителей Задонского района на берегу пруда села Паниковец. Этим стартом мы открываем неделю, посвященную малой родине. На этой неделе у нас пройдут творческие встречи, концерты, соревнования с соблюдением режима ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, мы продолжаем активный, здоровый образ жизни, чего желаем и вам. Сегодня в нашем фестивале принимает участие 10 команд, и это команда, которая впервые присутствует на фестивале, которые стали уже завсегдатаями фестиваля. Есть среди них и самые юные, которым нет еще 2 лет, есть и самые взрослые, которым 81 год. На рыбалку ходить люблю очень-очень. Сначала, что пока себя помню, на Дон ходил, потом... Дорогой стал шалить, оттуда совсем вылезешь, по прудам стал ходить. По весне ловил вот эту карась, хороший шел, прям начало лета. А это вот как жара началась, я в больницу попал, прижал, пришел, не стало, и не ловится. Правила фестиваля остаются прежними. Идет ловля рыбы на поплавочную удочку. В течение 1,5 часов рыбаки ловят, испытывают удачу, затем проводится взвешивание, но никто не уходит без приза. От самой маленькой до самой большой уловистости получает свою награду. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие просто замечательное. Здесь собрались семьи и разных возрастов, и различных профессий, но ведь всех объединяет одно – любовь к рыбе. Поэтому я считаю, что это замечательное мероприятие. Организаторы молодцы. Малая родина – это не только земля, не только вот села, города, да, где человек родился, но и малая родина – это вот те семьи, те детки, которые родились, новое поколение. Это все. А вы сами рыбачить любите? Люблю, да. Кстати, на прудах. То есть, ну, даже просто посидеть с удочкой около воды, посидеть спокойно, вот, посозерцать природу, вот, тишину. Это большое дело и очень хорошее такое, как, релаксирующее такое вот мероприятие.